Сосед, привет! Ты откуда? Здорово. Да в Оренбург ездил по работе. А ты? А я в ЕКАТ, тоже по работе. И как? Да отлично! С багажом. А ты? Да, лучше бы не ездил. Ну ладно, давай. Увидимся. Что, сосед, ты же решил счетчик проверить? Ну да. И сколько у тебя там? 33. А у тебя? 32. Экономишь? О, сосед, привет. Давно тебя хотел спросить. Я тебя год назад вообще не видел. Ты где был? Да я это... Вылетал. Путешествие. Лучшее в мире место. А что это за турагент у тебя такой? Вот такой. Он сейчас в Китае. Что за шум? Ты там в подвале. Замес конкретно. Да. Хорошо, что мы здесь. Точно. Серег, когда едешь, напиши. Куда он у тебя? Сережка в Москву поступил. Железнодорожником станет. А я когда? А ты, Никит, летом. А пока помогай семье. Слушай, сосед, у меня 14-го много гостей придет. Космический вечер намечается. Сможешь стулья одолжить? Я знаю, у тебя всегда много свободных. У меня 8-й золотой, 9-й золотой. А у тебя что? А у меня с дубами все хорошо. Куда это он? Да как всегда на первой. Каждый год одно и то же. Слушай, а мы на каком этаже живем? Ну, через полтора месяца понятно будет. Сосед, помнишь, в августе прошлого года ты у меня трешку занимал? Надо вернуть.